В Ноябрьске для школьников могут сделать бесплатный проезд на общественном транспорте. Об этом во время первого прямого эфира в Инстаграм сообщил глава города Алексей Романов. Нововведение может вступить в силу в следующем году. Расходы, которые в этом случае понесут пассажирские перевозки, нужно будет возместить из местного бюджета. Окончательное решение по данному вопросу примут депутаты городской думы. Я уверен, что бюджет следующего года нам позволит это делать, и не такая большая сумма. И я думаю, что депутаты нас поддержат, и при положительном решении городской думы с 1 января мы можем сделать бесплатный проезд для школьников, ну и, разумеется, детей дошкольного возраста. Механизм реализации решения уже прорабатывается, отмечают пресс-службе администрации. Скорее всего, всем школьникам выдадут транспортные карты, по которой можно будет оплачивать дорогу.